Доброе утро, мои дорогие. Забыла, вчера пекла запеканку творожную и забыла снять, как я делала, девочки, мои мальчики. Это сейчас, думаю, сниму вам, как он получился у меня к чаю. Вот. Уже вспомнила, когда уже сделала, спекла. Сегодня, думаю, ну надо снять, показать. В мультиварке я это делаю, все делаю эти бисквиты. Ну как, пирожок. Это у меня запеканочка. Вот такая, сейчас я его как положу побольше. Вот такая. Короче, девочки, делала тесто я как на бисквит. Только добавила туда две пачечки творога сладеньких. И получился вот такой у меня творожной бисквит. Вот так. О, Соня у меня купаться пришла. Сочи купаться пришла, да? Утро началось. Пошла в ванночку. В ванну пошла Соня. Наша. Как все внимательно смотрит. У нас машинка стиральная. Стирали. Не вынесли. Вот моя сучка. Вот миска. У нас стоит. Котел вот шумит. Прям как будто. И Сочи. И Соча пришла купаться. Да. Ага. Где спряталась? Где наша кукла спряталась? Вот. Вот наша Сочи, Сочуля моя, спряталась наша девочка. Вот. Девочки, мальчики, хочу сегодня сделать еще один бисквит с бананами. Ну, если не забуду, включусь, вам сниму. Хорошо, давайте. Буду стараться, чтобы не забыть снять вам бисквит, как буду печь, и с банановым. Хочу бананы. У меня бананы пропадают. Хочу с бананами туда, в тесто. Ну, ладненько, кофеечек попью. Дорогие мои, это видео я закругляюсь, закрываюсь. А другое видео, которое я сниму вам, то бисквит с бананом, следующее выставлю, как сделаю. Все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пока.